Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы покажем, как заменить аккумуляторную батарею на iPhone 5C. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Отщелкиваем. Откручиваем винтики. Первый и второй. Отщелкиваем аккумулятор и вынимаем его из корпуса. Вынули. Устанавливаем новый аккумулятор в батарею, подсоединяем к плате и устанавливаем. Прикручиваем два винтика. Первый и второй. Закрываем дисплейный модуль. Осталось только закрутить два нижних винтика. Если ваш аппарат отключается на 50-60%, то аккумулятор нужно менять примерно в 90% случаев. В 10% случаев иная проблема. Если ваш аппарат быстро разряжается, то тут 50 на 50. Это может быть как аккумулятор, так и иная проблема.